Собираюсь, да. На рыбалку собираюсь. Борт, такая плющ. Пока ты спишь, пойду рыбу поймаю. Большую. Большую. Будешь большую рыбу, Мэсси? А маленькую, если поймаешь, что не будешь? Тоже будешь. Так тебе какую лучше, большую или маленькую? Большую или маленькую? Растерялся? Глазками хлоп, хлоп. Угу. Скажи, что-то папа что-то разговаривает. Морда такая плющится лежит. Папа с тобой разговаривает. Да ты мой сладкий. Говорю, на рыбалку собираюсь. Видишь, что тут? В колготках уже сижу. Чуть-чуть посмеялся бы над тобой. Я думаю, что целиком церковь белье надевать. Глаза. Что, преждевременно? Ай, глаза. Но очки-то мы оденем. Ой, боже мой. Плюша, Плюша. Чудо плюшевое. А ведь знает, когда на рыбалку собираешься-то. Сейчас креветочку дадут, может быть. Что скоро дадут? Мы с чё тебе там пообещали? Как он сладко потягушничает. Давай еще кувырок. Давай кувырок. Мисюнь. Удочка. Это удочка. Ну иди посмотри. Только не грызи. Как удочку принес? Зачем? Потому что рыбку сейчас пойдет ловить. А как же рыбку буду ловить? На удочку ловит. Это у тебя хвост. Да на такой липкий хвост, скажи, теперь что хочешь, попадет. Это ты на специально, наверное, клеем намазал, чтобы мышей так легче было ловить, да? Для этого? Давай обниматься, давай. Давай обниматься, ну давай, давай. Это все? Зайчик, а мне дома так жарко уже, в двух штанах. Пихается тебе. Колбаса. Мне бы побыстрее собраться. Все, что приносит, снова он сразу. Ра. Это что? Это что? А это что? Ра. Любопытка. Иди посмотри, если тебе любопытно. Вот. Ну ее, да? Сходить надо. Лапы не казенные. Пока ходишь, смотришь, все лапы стопчешь. А потом раз сметану предлагает, а у тебя уже все, лапки устали. Придется, да, вставать? Да придется, я тебе говорю. Я сейчас креветочки буду докладывать, ты сразу прибежишь. Думаешь, пора уже? Да? Уже облизывается. Чё бы понимал, блин? Каждый раз удивляюсь просто этому коту. Ну, он же, собственно говоря, знает, но этот чемодан тоже каким-то образом ассоциируется, мне кажется. Все, лапки пошел умывать. Сейчас что-то дадут. Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать. Иди посмотри. На любопытный. Риба. Еще одна. Так. Привет. Для начала сидеть. Нет, не все тебе. Вот в банке рыбе
Это рыбкин корм, а это тебе. Сейчас, потерпи. Потерпи. Слюни-то текут как. Да подожди, что ли, я же ничего не почистил. Это моя рука. Ну, ешь с ногами. В принципе, окорочка. Это большая, давай, да, это большая, согласен. Рыбе жирновато будет. А тебе в самый раз. А тебе вот в самый раз, да? Вот ты видишь, ты мне не даешь ее даже дочистить. Почистить даже не даешь, кот. Вот, смотри, эти. Отгрызает головы. Там кусочек, половинка креветки. Да все, все, там дальше голова пошла. Так, маленькая, рыбки, тебе вот эта большая. И жди, когда вернусь с рыбалки, может останется. Что ж это такое-то? Все, все? Все, ну что, еще одну не дашь? Это Рыбкина. Не понял, я твоя рыбка. Ты мое солнце, ты мой зайка. А рыбка это та, которая в пруду плавает. Ты плаваешь? Ты даже в бассейне не плаваешь. В теплом. И это не твое. Нет, 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 я руки мыл. Мыясь. Что это такое-то? Рыбкина еда. Рыбкина, какая вкусная у рыбки еда. Какая вкусная. Ну я же с тобой поделился. Потом приду еще раз поделюсь. А то ты меня ждать с рыбалки не будешь. Да на. Совесть, я говорю, Мусюш, она у него есть. У меня совесть есть, у кота совести нет. Да подожди, не почисти. Все, наглец. Не надо мне чистить, я не гордый. Как говорили про громозеку, хам и невоспитанный тип. А это селедка там лежит. Тоже для рыбы. Ну, селедку ты не будешь, Мусюш, она там в соусе. Ты 100% не будешь. Ну, да, вот так. Я приду обратно, да, попрошу рыбу сильно креветку не есть, чтобы тебе ее обратно вернуть. Все, креветка закрывается. Чемоданчик. Папа одевается. Папин чемоданчик. Кузненький такой. Провожаешь? Ну, хорошо.